Так, ну вот, все, трансляция пошла. Ждем, короче, наших. Ром, слышишь, можешь сейчас без камеры снимать. Дома, как в кино. С сервисом видеопрокат подключайте интерактивное телевидение и... ну все, вроде пишет. Так, где Бара? Он со мной играет. Долго там еще вам? Долго. В смысле долго, уже игра. А меня вообще как бы не волнует. Его тоже, он там сейчас это пьет, правда, его все тоже подсрает. Че, где там наш? Ну, игроки? Блин, Саня молчит, Зао ступит. Барашка. Саня? Саня, да, но я уже думал заменить Барашку, но Барашка... Он в доте сидит. Зови Ёжик. Ага, конечно. Но Зао сказал, что сносит. Если он зайдет, то можно втроем начать. Кстати, посмотри, Ром, мой стрим, у меня там все вроде нормально. Без камеры снимать, Дома, как в кино. С сервисом видеопрокат подключайте интерактивное телевидение и... Она все вроде пишет. От кого я слышу свой стрим? Так, где Бара? Почему я слышу свой стрим? Ничего понять. Долго там еще? В смысле долго, уже игра. А, вот меня почему вообще, как бы не волнует. Все, понял. Ну идет у тебя нормально. Хорошо.
все, Заус пришел. А кого эти звуки беспонтовые, как будто кто-то крякает? Никит. Он меня реально уже очень сильно, очень бесит. User joined your channel. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Ребят, мы готовы. Четвертый подойдет позже. Чуть-чуть. Погнали, да? Нет, стой. Рома. Так, мы, наверное, вверх, вниз давай. Ты не надо снимать, не надо скрывать ничего, договорились, так. Подожди, это турнирка? Да. А, что, зареганы, что ли, турнир? Да. Ладно, не снимать, так не снимать. Ребят, сходите на Человека-паука. На ноу? Да. Что, огонь? Вообще огонь. Ну, мне понравился дико. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Че, ты на центре будешь, Лёха? Я ушел оттуда. Я вообще нигде не был. Ты попал. Так, надо всем ссылочку на стрим дать. Надо четвертого найти. Четвертый, вон Саня зайдет. Он тут, он ответил? Нет, потом зайдет. Может, ну кто кидает осколочные на каменку? Я тут сижу. Время на исходе. Будет Рома спереди. По центре. Слева один топает. Один поднимается. Поднимается. Каменка. Блин, не успел. Вот это поворот. Он сзади будет, ты чё? Я вижу, вижу. Слышу, слышу. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Я смотрю, он один. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Смотри, Егор, я камеру не ставил, сам сказал. Хорошо, хорошо. Я недавно на этот как выходил. Ну, не недавно. Вот, в начале апреля на этот, на дивергент. Дивергент? Что это? Или новый какой-то? Или старый? Всё? О, пробросил хорошо. Всё, да, мне понравилось. Ну, как бы не совсем такой крутой, но что-то нормальное в нем есть. А еще какой фильм 47 Ронинов. Я видел нормальный.
Дивергент? 47 Ронина. А, 47 Ронина. Хороший фильм. У нас Б. Как он тебя, Рома, прошел? Пожалуйста, не слышу. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Поставлю камеру, посмотрю вообще, что там. Сколько места будет выбирать. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Да, ёпар СТ. Нельзя стим закрывать быстро. Бомба, бомба, лесенка, это фишки их с этой стороны. Я на него приехал, не давал. Есть еще. Ой, один день. Минус 4 на одном из. Готовьтесь к следующему раунду. Граната! Он давай. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. План кто возьмет? Не успел на камень. Я тебя хотел уже так обматерить. Нет, серьезно, ты очень задолбал меня АФКшить. Бабушка. На балконе. Наверху вот кто? Дальний угол. На балконе где? Наверху, и хватит инфы давать, там и был. Малое. Время на исходе. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Ну что у меня тут прицел залаг? Как турнир, так обязательно. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Бомба у нас. Меняю магазин. Прикрой, перезаряжаю. Давай, отлагивай, пожалуйста. Ребята, все, хорош там сидеть, давайте на А поставим. Себе точку нарисовать, короче. Дымовая. Боже, что это было сейчас за лаги? На каменке минус. Граната! Блин, ну кишка, как так? Пойду через их респоном поставлю. Так, я быстренько перезайду.
Рома, хорош. Ты реально, реально, очень реально меня уже реально сильно бесишь. Не, Ром, я тебе серьезно говорю, перестань реконнект делать. Африкашь постоянно. У меня просто прицел, вот при прицеливании вот жутко падает. Это мышь. Время на исходе. Прямо на Б сидел. Не пароль, кстати. Вон он, вправо ушел. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Другое дело. Уничтожить объект. Все через задницу, а? Я еще тут весь больной сижу, у меня все болит. Давайте тоже что-нибудь говорите, думайте вообще. Цель поражена. Заряжаю. Граната. Цель поражена. Прикрой, перезаряжаю. Проходит. Скор, давай быстрее на... На балконе один топал. Нет никого. Меняю магазин. Кто за СР, идиоты? Так, вы кретины тупороги, я вас сейчас всех порешаю. Кто за СР, я спрашиваю? И я за СР. Без СР, без УМП, без танк, гранат играем. Ты чё такой трудный? Я кто-то слышал об этом предупреждал. Кто не предупреждал меня об этом? Ну мы же турнир играем. Хорошо, ты понял, что нужно убрать? Все, я убрал. Так и сразу и говорил. Да. Все намного сложнее, чем я думал. Время на исходе. А ты где его? Где? Пишу мазы теперь, что типа... У нас такая вот команда плохая. Выполняйте задание. На камень стоит. Мы надеемся на вас. Блин, а. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Этот есть. Да, лежит в доме внизу. Взял, выперся. О. А, ну у меня такие же артефакты идут. Даже еще хуже, наверное. Нет, еще и можно лечь его, а? Да нигде больше нельзя лечь. Так, все, два места. Время на исходе. На центр прошел.
нахуй завалит. Минус. Это не тот, я не знаю, может еще один прошел. Что ты взял, что это не тот? У них 20 секунд осталось. Леха, на каменку, да? Да. Я на балконе. Кишка. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Тебе идут через ты. Этот есть. Вон в середине. Все, я вот так смотрю. Цель уничтожена. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Надо с мутаром. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Вот меня слепят на фишку. Хуа! Еще одна поездка, ребята. На кишке. Бомба там была. Отлично, бойцы. Готовьтесь просто к следующему раунду. Все поняли, что без стан играет. Да я вообще на так. Смена сторон. Мне просто, ребят, что-то вообще так фигово, мне все болит это плечо, я сегодня еще копал куча грядок, мне вообще весь вымотан, куча КВС играл. Я не могу вам ничего вообще говорить, типа там, правила объяснять по еще раз, по 5 раз и все такое. Он будет справа. Ну что я за нубяра, а? На каменке. Он даже и вышел из бабушкиного. Все, со следующего раунда делаем по-другому. Сейчас я вам все расскажу. Пробегаем спокойно по центре, залазим по ящикам, ставим фастом лаз. Забираем раунд, все. Всем ясно? Да, капитан. Я поставлю на простреле. Прострел знаете, нет? С нашей РСП. Видел, куда ты стрелял. Там просто прям по целя стрелял. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Последний момент. Дай быстренько какую-нибудь замену найдем. Повышенная сложность. Сейчас бара зайдет. Уничтожить объект. Давай, давай, Заус, проходи на ящики. Че за... Вы тут? Нет. Ау. Да ты тут, ну ты лагаешь. О, все, облагал. Ну, машинка, короче. Где? Ну, их там, с их этот центру шмот. По центре кто-то наверху, на, по-моему.
как я мог залагать так? Что за ерунда была? Иду ставить, а. В расстрел не получится уже. Минус. Ну, у меня с гранаты забрали, что? Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. А, у меня без 22, оказывается. Я думаю, что мне так плохо. Повышенная сложность. Уничтожить. Что, все через фонтур, да? Да. Давай, пастом. Далась. Я буду кишку смотреть. Кишку смотреть. Минус один. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Сейчас сами что решу уходить. А тебя сколько классов? Чё? Смена сколько сторон? Классов было? 6. Ну, вообще 10 классов. Бомба. Повышенная сложность. 10 чё, классов, 6 для КВ, 3 для паблика и 2 запрещённых. Можно фрагмент, да? Смотрю это. Плант на каменку, ну, еще один там. Идет на каменку, идет прям, бежит. Фастом. Походу пошел в бабушкин или на нашу. А не, вот. Что, на камень? Да, прошел на центру. К нам на центру прошел. Понятно. Ты сейчас, может, сзади меня будет, да? Ну, чисто теоретически, да, но он не бежит, он там идет. Я думаю, Б будут ставить. Бомба заложена. Ну да, это было очень предсказуемо. Короче так, не затащите, лохами будете. Заустер на планте. Подряжает. В доме двое. Слева, Рома. Двое. Еще один сверху. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Я предполагал, что они в гонке, потому что там двое. Рома, типа, уходит. А, лежит на каменке. Ну все, сейчас, наверное, сейчас уж точно лежит. Минус. Еще один. Трое на каменке. Да, они все тимы решили зарашить. Рома, они все. Я понял. Но я, ну идти вот так вот, тут вообще просто смысла на длину вообще нет.
Да он лег, ждет, по ящикам залазь. На Б-плант. Бомба заложена. Мы проиграли бой, но не войну. Готовьтесь к следующему раунду. Да, блин. Без 15-2 спать хочется. Как-то странно. Бомба. Повышенная сложность. Короче, они через кучу не поняли, что там очень сложно стоит. Через центр? Каменка, каменка. Егор, стреляй. Подожди, тихо. Он не успеет среагировать. Кто сзади? Наверху малая. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Смена сторон. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить. Никита спрашивает, сыграет ли за нас. Пусть бара играет. В доме, одна. Выполняйте задание. Остались. Просто что-то иногда. В таких ситуациях просто вот пишем. Вообще даже без User was moved to your channel. Да. Здорово. Че, ну перезайди стега, наверное. Вот черт, последний патрон. Проиграли бой, но не войну. Хорошо. Готовьтесь к следующему раунду. Да нет. Хорошо. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Рейнджер. Это вторая карта или первая? Первая. Балкон. Прямо справа. Осколочная. Бабушки на меня. Этот есть. На камне убил? Убил. На, оставь. А где последний? Крой, перезаряжаю! Заряжаю! Ладно, давай ставь. Да иду. Ставлю. Черт, кухня! А, это ты! Ставлю. Кишка! Ого, прям под пули вышел. План вот с этой стороны. Там стоит за план. Взял. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Давайте через центр класса. Уничтожить объект. Эскорт, пробеги, быстрей. На прострел поставь только так же, как сейчас стояло, понял? Два барашка. Наверху сидит, в окне. А, Рома там за ус был. О, прострелил. Че, иду ставить? Ставь на прострел поставь.
Пока отключен? Да, отключен. Да. Ну, под углом подставил. Бомба заложена. Малый, смотри. С каменки закидывают. С малой один выше, двое выше, с малой. Афган там побыстрее. Ну, все афган хотят, давайте афган, конечно. Ребят, афган, мы вверх поехали. Секунду. Окей. А, подожди секунду, просит тут. Трансляция почти без этих идет. Да. Трансляцию поставили? Да. Да, трансляция, кстати, идет. Вот, погляди. Я ее веду. Все, готов. Я им сказал. Все, поехали. А, так, прощай. Я не вверх, да? Да, сейчас. А тебе какие деньги капают за то, что рекламу рассказываются, дела? А вот все, поехали. Да, мы вверх-вниз. Деньги капают? Деньги нет, конечно. Куда бы мне они капали? Афига, на гору идут. Они бы ему капали, если бы реклама была. Реклама стоит. Я при запуске рекламу показываю. Ага, показывает. Значит, ну а это капает деньги этому Good Game, ну там, где у меня трансляция идет. Бомба. Повышенная сложность. Защищайте объект. Все, я могу. Опа, ой, этот мог прострелить на гору, ушли минимум двое. Центр вообще пустой. Я говорю, походу вообще все на гору подвернулись. Пошел в пещеру. Ну смотрите, но куда они меня зажмут, просто четверо. Ты знаешь, что их четверо, да и все. Твердый ты хочешь? Короче, делаем какое-нибудь безумство. Так, еще да? Один прыгает. Давай, это давай, Леша давай. Там прыгает. Не могу понять, то ли это Леша, то ли это враг. О, боже, на горе. Ну. Будет, Рома. Ну, сейчас барашка туда еще один пойдет. Рома прямо за зениткой сидит. Ну, тогда я туда тем более не пойду. А за зениткой самый край, вот там, да? Не-не-не-не. Дальняя там? Самая тяга. Отлично, бойцы. Я его показал. Готовьтесь к следующему раунду. Я вообще по хвосту поднялся, залез прямо туда на гору к ним. Одного убил, второго не успел. Он вышел с их РСП. РСП. Бомба. Повышенная сложность. Даже бред играть на Афгане за гору. Знаете, мы сейчас играли практически за гору. И нет ни одной точки. И вообще бесполезная гора это. А опять пошли. Да похоже, блин, ну. А я думал, в прошлой игре я поняли. Ну что, подходите. Ну да, под хвостом один. Вот и снизу есть один. Лёг. Одного взорвали, один заземлил. Гранат покидает. Зачем я высунулся? Он не совсем был за зенитку, он ближе вот к нам уже. Он грант теряет. Лёха, голова торчала слева за камнем, вон она. Он ниже. Отлично, бойцы.
Готовьтесь к следующему раунду. Я вот подумал, тогда. Знаешь, что это такое? Знаешь, цистерны лежат? Ну. Я думал, это цистерна. Бомба. Китайца. Повышенная сложность. Защищайте объект. Такие круглые, да? Да-да-да. О, блин, вот теперь я начал стрелять на гору, и меня убили из-за малого. Вот это обида, а. Мы сейчас, кстати, на гору никто не пошел. Я кто мне так все равно пошел. Эдди самолет. Бомбуча. На А стоит, на планте. Да, двое на А. Все, Рома, они двое, и они двое на А. Давай, убивай. Ну и второго резко, ну что ты? Где был, я не видел. Под крылом сидел, под хвостом сидел. Первый раз ты стрелял, Том. Не, Рома думает, что он телепортнулся к этому. Мы проиграли бой, но не войну. Он уже стрелял с хвоста. Самый первый Рома, кто стрелял. Вот и смотрел. Смена сторон. Давай я. Не, я могу. Давай я нормально. Ну все, забери. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Бомба взята. Блин. Он в кабине, кстати. Еще один. Сейчас еще раз смотрю. Пойду на гору. Знаешь где? Да, будет. Барашка. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Я вообще пантух, я могу убить, короче, троих со снопы. Одного уже убил. Уже хороший результат. Бомба. Результат. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Бомба взята. Да, по на гору, наверное, пошли. Наверное. Может, в пещере? С горы пришел. Смотрите, на горе возможно. Я смотрю гору. Наверное, спас стал. Пещера. Боже. Он лежит в дальнем углу. Я смотрю вниз. А, я смотрю, тогда я смотрю пещеру. Не, пещеру снайпер сможет. Отлично, бойцы. Готовьтесь пока к следующему раунду. Ладно, я пошел в пещеру смотреть. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Че, Бор, как думаешь, кто самый сложный? Бомба взята. Никита? Под постом. Ой, под движок, по-моему. Трое респа. Самое сложное, не знаю. Ко мне кто-то идет. Да свои. Там еще один. Пещеру смотрели. Гора не тут смотрит. А нет, на горе, у них на респе стоят двое. Рашка слева. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Я просто не походу набежал. Не, смотри, вот сейчас давайте побудем снайпер лёг, короче, а ты его просто не убьём. Смена сторон. Мне интересно просто одно, почему не вдвоём именно выходит. Бомба, повышенная сложность. Они вдвоём ходят. Защищайте объект. Нет, я имею в виду, что типа, один убивает, ну, наверное. Как мы, как это, как на ножи играем в этих паровозиках. Они, кстати, туалеты... На гору иду.
Сейчас была стана, да? Да, я тоже видел. Сейчас была стана. Перекатилась. У нас Лёка со Сиером гонял на первой карте. На горе вроде чисто. Я спрыгнул. Оу, Лёша снайпер под крылом. Не, под крылом. Последний, если конопля. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Где отдача? Где отдача? А? Где отдача? Повышенная сложность. Куда ты ее дел? Защищайте объект. Смотри. Эй, я так же спал раньше, стрелялся с листа. Не, это как он. Кто такой отдача? Но самое смешное, что там гонят? Там скрипт делается, просто нажал, разжал кнопку мыши, и задержка 16 микросекунд, все. И 16, у меня 5 стоит. 5? Там вообще, да. Она в некоторых играх лагать начинает, когда если так мало стоит. Да, например, Black Ops 3, Black Ops 2. Да, Black Ops 3 лагает. Вот, не, пятерка, по-моему, слишком, двадцатка там уже быстро на горе, стреляет. На горе. Да в пещере, ой, в большом пусто. На горе, потому что там вот трое или двое. Чёрт минус. Сходит, да? Но это не он. И последний на горе, скорее всего. На горе последний. А, Лёша улетел. Он не на горе, он же к Вебру ходит. Он, да, на Вебру. Попу крою. Давай я пойду на Б. Я смотрю Б. Смотри с горы. А если он уже прошел и сейчас пойдет он сам? Куда он прошел? Допрыгает-то он, сядь в угол лука. Время на исходе! Да? А вот сядь и говорю в этот угол, если что, да, на мак спрыгнешь. Ну? Сейчас страшно, да? Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Ты что-то, Егор, сегодня не досмотрел. Бомба. Повышенная сложность. Чё? Защищайте объект. Мне кажется, они сейчас опять через гору ходят. По центру никого. Удары. Горет стоит, статуя у статуи нету. Глаз, ты не порти мой рассказ. Статуи нету. Уя. На горе. Трое на горе. Ну хорошая. Может там еще четвертый? Четвертый прошел на Б. Вон он. Это камни. Я смотрю Б. Нагрузка. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. Человека. Так и надо играть, по сути. В атаке. Ну, да. Смена. Мы так сторон обычно делали на эти, на последние раунды, потом решающие. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект. Да, потому что почему-то как-то четвером в линейку не сливались. Да не ноги. Стой давай. Гору смотри. Гора? Фу, большой. Минус большой. Большой бункер. Минус. Еще один большой. Минус. Отлично, да, бойцы. Большой, да, готовьтесь к следующему раунду. Бомба. Повышенная сложность. Уничтожить объект.
Класс, любимый мой родной. Не знаю, мне так понравилось. Помнишь, зафейл? QMP первый раунд. Да, Рома. Никто не накосячил, только вот Рома и Заус. Большой. Смотрите большой, я еще раз смотрю. Не знаю, да, я вообще ничего не смотрю. Так, еще вопросы. Ой, из горы. Да сядь, ну стреляй, барашка, и сука! Вот заметьте, два раза били барашку, два раза проиграли. Что-то это значит, да? Конечно. Мы проиграли бой, но не войну. Надо. Отличная сложность. Готовьтесь к следующему раунду. Все-таки надо играть, по сути. Атаки. На стриме, кстати, вас все хорошо так слышно. Последний раунд. Бомба. Отличная сложность. Я побежал домой. Уничтожить объект. Ой, может, почему-то как-то четвером не их не сливались? Все расходы. Это не ноги. Ставь давай. Вон, что-то есть, что надо. Гора, ты большой. Минус. Не, запись идет. Отлично, бойцы. Готовьтесь к следующему раунду. На стриме у вас всех нормально так слышно. Здорово. Чё за... Где отдача? Заус, ну. У него специальный перк. Стальные руки. Я чувствую, они опять сейчас на бомба. Повышенная сложность. Остальные балки. Защищайте объект. Да нет, на гору не идут, кстати, хвост походу. Да я пройду. Опа, флешечка. За движком. Минус. Боже, наш РСПА. Как его? Не убил-то со второй. Я там минус 3 сделал, сейчас просто. Вон она за машиной, Рома, справа внизу. Ты. Отлично, ты перекол ходячий. Готовьтесь. Мне к следующему раунду. Ром, когда говорят наши респак, куда ты смотришь обычно? Не, ну мало ли он, может, не читал. Петр за последнего убили. Бомба. Повышенная сложность. Ладно, я на воду. Защищайте объект. Один раунд. Не, они чё так и не прорашили, я скажу. Эй, чё? У меня отлаг... Вы тут нет? А, лагает, лагает. Двое. Понял. У меня лагает. Минус один. Барашка слева, смотри. На. Да. Барашка слева. Барашка. Вон, барашка. Пещера. Ассист? Ассист. Не подходи ко мне. Сработал, очки. Все, ГГ, чё? А, процесс. Отличная работа. Молодцы. И вам, ребят, спасибо. Вам спасибо. Вер, да? Вы. Как будто я вам нужен. Кстати, Егор, ЦГ против 5 тоже интересный матч. Да, согласен.